И к другим новостям. Ровно две недели осталось до гала-концерта проекта «Яркий я». Там выступят лучшие юные дарования Красноярска. А вы можете решить, кто из них станет народным победителем проекта. Поэтому участникам сейчас так необходима ваша поддержка. Свое мнение высказать может каждый. Достаточно отправить смс-сообщение на короткий номер 9020. Вначале напишите слово «Яркий», далее пробел и номер понравившегося вам участника. Всех финалистов вы можете посмотреть на нашем сайте trk7.ru. Голосовать можно неограниченное количество раз. Напомню, чтобы выйти в финал, участникам пришлось пройти два отборочных тура из более чем 400 номеров. Жюри выбрали 35. Победители номинации, в том числе и победители народного голосования, назовут 31 мая в БКЗ на гала-концерте. Стоимость билетов 200 и 250 рублей. Купить их можно по адресу Баумана 22 или на сайте krastiki.ru. Вся выручка пойдет на благотворительность. Помимо большой творческой программы, всех участников этого концерта ждет и большая развлекательная программа. Перед концертом в фойе концертного зала будут работать площадки, на которых ребята могут попробовать себя в роли телеведущих, в роли операторов, в роли радиоведущих. Также будут работать площадки Ньютон-парка, музыкального театра, будут работать фокусники. Будет очень много интересных локаций для детей всех возрастов. Генеральный спонсор конкурса «Яркий я» ООО «Злата». Микрорайон класса «Делюкс» Златоулочка.